маршрут, оранжевый трамвай. Как обычно, вечером идет полупустой вагонный треп полголоса, обычный месяц май. Еще не знают граждане, что живут в застой. Говорят, что скоро будет строиться метро. А помнишь, СКА взял кубок, демонстрация была. Говорят, все говорят, уж 40 лет прошло, а лишь меняются названия улиц иногда. А где-то полный света Ростов 80-х, в беседках во дворах еще Высоцкого поют. С ташкентским штемпелем открытки из-за речки шлют ребята. Еще трамваи ходят, водка с ГОСТом и лежачего не бьют. А из открытого окошка жарит атаман. В скверике портвейн, как пионер, всегда готов. Едешь ты в гортранспорте, придерживай карман. Щипачами правильными славится Ростов. Да куда тем правильным, да нынешний варюк, что с экранов голубых все учат жизни нас. С паспортом Израиля в кармане модных брюк и с убежденностью, что с них Россия началась. А где-то лето, полный света, Ростов 80-х, где мама из окна под вечер ужинать зовет. С подъезда моего бегут гонять футбол ребята. Вернуться бы туда, где мое детство безмятежное течет. Под аккорды Цоя с гитарой до утра мы будили граждан, он был для нас кумир. В магазины шли еще по Энгельса тогда, в Буратино, Маслопром, а после в детский мир. Там визжала от восторга детвора, а с вокзала с песней Ростов-город, Ростов-Дон. От земли Донской, взяв южного тепла, в столицу отправлялся цвета синего вагон. Это полон света Ростов 80-х, где наш 9-й А на демонстрацию идет. Портфели девочкам домой несут ребята, и в будущее светлое еще всем сердцем верит наш народ. И в будущее светлое еще всем сердцем верит наш народ. Da-d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 a-